Эй, привет всем моим подписчикам! Давно не виделись. В одном из прошлых своих видео я показывал и рассказывал про очки компьютерные, да, которые защищают от синих лучей, которые издают наши мониторы. Какие бы они там крутые ни были, какие бы у них там системы встроенные, вот эти вот синтетические системы, встроенные в экран, которые как-то вроде как в цифровом виде защищают, на самом деле нифига не защищают. И вот для вот таких вот случаев есть вот такие вот штуковины, да. Компания 2E Gaming представили были свои очки. У меня эти очки были в обзоре, кстати, вот этот обзор у меня сейчас идет за спиной, там я показывал подставку и заодно рассказывал про очки, да. И компания 2E Gaming недавно привезли к нам, по крайней мере, в Украину еще несколько таких же очков, абсолютно таких же, только другого цвета. Красные, синие и вот еще желтенькие, да. Но желтенькие у меня были на обзоре. Есть еще черные, ко мне они не попали, но тем не менее, знаете, да, что есть еще черные. Я вам покажу сейчас, как они выглядят. Ну, это чисто распаковочка, потому что все, что нужно знать про такие очки, действительно ли они защищают, я рассказывал уже в прошлом обзоре, вот в этом обзоре. Так что на этот обзор будет ссылка тоже в описании, и переходите, сразу же просматривайте, может быть, вам действительно зайдет. Но на самом деле я рекомендую такие очки, потому что они действительно защищают. И у вас к вечеру, учитывая это, вот, допустим, моя ситуация, да, я сижу, работаю по 12-15 часов в сутки за компьютером, за двумя мониторами, да, и причем с разной герцовкой. Один там 144 герца, ну, до 165, второй конкретно 60 герц всего лишь, да, и разное вот это вот все дело, несмотря на то, что у меня там IPS-матрицы с защитами, все встроено, все круто, нифига подобного не помогает, оно не работает. К вечеру уже башка трещит, усталость сумасшедшая, в глаза насыпали песка, ощущение просто сумасшедшее. Вот, так что вот эти вот штуки, они защищают. Ну, давайте посмотрим. Так, это у нас желтенькие, давайте откроем первые желтенькие, такие, которые у меня уже были на обзоре. Еще раз обновим в памяти, как они выглядят. Все круто в этом плане, то есть у нас идет красивый, качественный чехол, он твердый, вот, и внутри тряпочка, как видите, да, 2E Gaming, и сами очки с желтенькими силиконовыми такими заушинами, да, выглядит это вот так вот, вот. Классно. Кладем это все вот сюда, чтобы оно нам не мешало. Вот так вот положим. И очки засунем тоже сюда. Так, следующие у нас синенькие. Давайте посмотрим на синенькие. То есть они не меняются, форма у них абсолютно одинаковая, оправа одинаковая. Это чистый киберспорт. Есть еще классического вида, да? Ну, 2E Gaming не выпускает классического вида. Но мы же с вами киберспортсмены. Так что нам вот это вот больше подходит. Да и в принципе про их удобство и все дела я рассказывал конкретно в обзоре. Вот синенькие, тоже тряпочка, точно такой же чехол обалденный, шикардосный. Мы его тоже сюда ставим, вот так вот поставим. И тут пулечек тоже туда. Вот, синенькие, вот видите, тут классная синяя, ага, оправка получается, вот, класс. Как по мне, да? Вон сзади, кстати, подставка 2E Gaming тоже. Я ей постоянно пользуюсь. Шикарная, удобная. Еще и с подсветкой. Вот. Вот так вот это выглядит. Классно. То есть они реально удобные. Они, дело в том, что берешь в руку, вроде бы тяжелые. Но когда одеваешь на лицо, на глаза, на нос их кладешь, то очень удобно. То есть вот этого веса не чувствуется. И не спадают. Что... очень хорошо. Блин, у меня аж голова закрутилась. Так нельзя трясти башкой. То без башки можно остаться. Вот, класс. Следующие у нас должны быть, по идее, красненькие. Так, это сюда. Вот так вот. Опять же, точно такой же чехол. Классный. Шикарный. Но почему-то желтенький чехол. Ну, можно было бы с красненьким, чтобы был красненький. Но это цвет компании, да? То есть у них черный с желтым. То есть поэтому, наверное, они так и сделали.
Но в следующих новых, может быть, моделях, может, они будут уже делать вот так вот. То есть у нас вот красные очки, видите, да, красная оправка. И вот этот вот замок, например, красненький. Было бы круто. Это как идея. Не обязательно так делать, конечно, это ничего не меняет, но вот именно, чтобы в одном стиле все было, да? Так, точно так же тряпочка, точно так же все в кулечке. Так. И выглядит это вот так вот. Такие вот желтые, хотел сказать. Красненькие оправки, красненькие силиконовые накладочки. Класс, рекордосно, вот так вот. Точно так же не спадают, мне больше крутить-то головой не буду-то. Реально, с ума сойти можно. Вот, как вы видите, да, вот я поверчу головой, идет отражение от ламп, которые на меня направлены, да, от софтбоксов, и это отражение фиолетового либо синего цвета. Это означает, что они защищают глаза. Да, в данном случае они 40% у них, по-моему. 26 грамм вес, линза 54 миллиметра и так далее. По-моему, 40%. Да, вот, значок же есть. Вот 40% они синих лучей просто отражают в обратную сторону. И вы прикиньте, 40%, у меня вот те другие классические, вот у них 35%, эти еще больше. Но эти чуть-чуть желтее делают картинку, но это, скажем так, на игры и на работу вообще никак не влияет. Смотря какая работа. Если вы занимаетесь колористикой, то вы их просто снимаете, отцветокорили, одели и дальше уже занимаетесь своим полным монтажом. То есть так, как делаю я. То есть я тоже любые очки снимаю, сначала отцветокорил, после этого начинаю уже, когда монтирую, уже идет монтаж, когда уже лут готов, да, который вы там покрасили. И вот этот лут, когда вы уже накидываете на все остальные кусочки, то вы просто одеваете, вам же не обязательно уже видеть, как цвет выглядит по-натуральному, да, вы уже и так все сделали. Вы этот лут просто набрасываете, уже сидя в очках. И таким образом вы защищаете свои глаза. Вот, так что тут у нас еще написано? Ультрафиолет протекшн. Ну тут да, тут 100%, тут все как положено. Так, блики и scratch resistant, то есть антицарапные какие-то. Как-то так, наверное. Или против царапин какое-то напыление. Ну, антицарапные звучит круче. Так что будем их называть антицарапные. Anti-Blue Glasses. Вот, вот так вот. Все три коробочки на полу. И давайте посмотрим, как они все вместе выглядят. Красные. Давайте вот так сложим, да? Красненькие, желтенькие. Так. И возьмем еще синенькие. Так, не той рукой. Вот так вот это все дело выглядит. Я вам проще, наверное, запущу картинку, да, чтобы вы видели, как все три цвета выглядят одновременно. Давайте раскроем их. Вот так вот. Красота вот такая вот. Ну, красный цвет, вот скажем так, я думал, что он будет термоядерный. Он не термоядерный. Он такой достаточно матовый, светлый, красненький оттенок. Точно так же, как и желтый. То есть они не лупят по глазам именно так, как будто это радиация какая-то. А все довольно так спокойненько. Довольно красиво. То есть он насыщенный, этот цвет, но не термоядерный. Вот все три цвета. Класс, да? Супер. По ссылке в описании вы можете перейти, посмотреть, почитать больше информации про эти очки. И заодно, если кому-то действительно нужно, а нужно всем на самом деле, ребята, тот, кто сидит по 15, как я, часов, не шутите с природой. То есть глаза всадите так, что мало не покажется. Это постоянные мигрени и так далее. Так вот, по ссылке в описании вы можете перейти и также, кроме того, что узнать чуть больше информации, вы сможете их и заказать заодно. И это было бы здорово, как по мне. То есть у меня они есть, причем несколько разных видов, и я их советую всем, потому что я на себе попробовал, работает, голова меньше трещит, в глаза песок никто не сыпал. Ну, это ощущения такие, да, когда вот ты посидел там 10 часов, то такое ощущение, будто тебе в глаза песка насыпали. Здесь такого не будет, если вы будете пользоваться такими очками. Вот, и, соответственно, надо здоровье поберечь. Вот, и с наступающими всех праздниками, всем любви, удачи, богатства и, соответственно, здоровья в новом году. Ой, 12 минут назаписывал.